Всем хай, всем здорово. Сейчас отключу какую-нибудь музычку, поиграем в Enter the Gungeon. Не знаю, может быть часок, может быть другой. И все. А там... Офы. Не буду сегодня долго вообще. Вообще никак не буду. Потому что завтра, типа, уезжать, начинать новую игру, при том уже часа два поиграв, но дело себе такое. Ну, когда я приеду, там уже что и как разберемся и нормально начнем. А пока попытаемся хотя бы позакрывать что-нибудь в Ганжоне. Чем там осталось? Закрыть, получается, телевизора или робота. И... Пулькина найти. По сути. Ну, посмотрим, что получится. Ну, начало не очень хорошее. Ну, это хорошо. Свинцовое решето годное. Какое-нибудь оружие, лучше уже бать бы какие-нибудь бафы. Хз. Просто. Его все врубил? Да, все. Я думал, что не врубил. Чел. Ебан. Хера. Они чуть мне хп не лопнули. Был бы плащом тогда. Ну мне баф дало в начале этапа. В принципе, можно пойти. В принципе, но пока еще не знаю. Если будет еще один ключик, можно, в принципе, пойти. Посмотрим, как у него по хп еще. Теперь бы Пулькина опять не убить. Плачевная ситуация. О. Интересно. Ну, редкость на первом уровне, да? Так, посмотрим, если торговаться какие-нибудь пустышки, чтобы не проебенить халявную щиток и сам щиток не проебенить. О, пустышка, найс. Так, у него есть ключ. Плюс еще одна пустышка. Ну возьму на всякий случай еще одну пустышку. Хотя, может быть, она не пригодится даже. Ну что, пошли.
Да. Блядь, чуть не проебал. Найс. Плюс бронька. Трон свой забери. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Ключ мне, кстати, не надо. Что, в принципе, можно идти сразу сюда. Пошли посмотрим. Удастся ли мне залутать что-нибудь хорошее? Ну. Это... лазерган. Патроны. Много патронов. Лазерная пушка. И вот хуйня. Я посмотрю, что это император электрический ужас. Ясно. Ну, бьет она, в принципе, неплохо. Хорошо бьет. На боссов сойдет. На боссов сойдет. Блять. Прозевал патрон. Ну, на боссов сойдет, в принципе. Окей, что-то может быть у торговца. Есть хпшка. Есть пустышка. Ну, пустышку на всякий случай возьму. Может, даже хпшку потом возьму. Хорошо. Теперь главное найти по-быстрому босса. Ясно? Ясно. Все очень плохо. Все очень плохо. Если так буду проебывать, то я робот не пройду. Пустышка. Окей. Это хорошо. На босса, в принципе, пригодится. Осталось только босса найти. Где там? О! Хорошо, босс появился. Сейчас, секунду. Здорово, гусь. Здорово.
Так. По-боярски смотришь стрим? Да мало кто живой, я сегодня запустил на очень маленький срок стрим. Блять. Тихо. Окей. Найс. Да ладно, наконец-то это сделал, да? Звук указал, молодец. Хорошо. Блять, не дала. Я думал, даст хпшку. Плачевно. И знаешь, что мы сделаем? Мы еще возьмем броньку дополнительную, которая тут дается. Оп. И хпшку еще дополнительно. Найс, найс. Я после стрима у тебя распишусь, хорошо? Но все недолго будет, так что дождешься. Так, вот эта пушка хорошая, но да, не знаю, как она будет действовать без синергии. А вот броня на каждый этаж, я думаю, что неплохо. Блин, если за сегодня пройду прошлое робота, это будет вообще кайф. Вот он самый удачный чай. А, да? Ну вот, видишь, ну, в принципе, да, это тоже зависит, какой тебе сервак. Не то, конечно, дает, что жалко очень. Давало бы что-нибудь получше в темпе оружия. Тихо. Забавная. Тихо. Да, ну здорово. Это хорошо. Тихо. Не хватало мне еще проклятия. С возвращением. Так, у него две хпшки плюс пустышка. Блин, у меня аж рука чешется облутать все комнаты, короче, не собирать денег. Не, на старого короля я не пойду. Я не настолько обезумел. Чтобы телевизором проходить старого короля. Жесть просто. Басяндра. Шо. Наверное, я знаю, что возьму. И, наверное, точно возьму еще не пустышку. Потому что без пустышки будет вообще тяжко. На Басяндре. Я хочу сохранить себе хпшку. Знаешь, это было близко. Найс. Ой, что-то пушил убил. О, хорошо.
И знаешь, что мы сейчас сделаем? Я сейчас пойду. Вот так вот сделаю. Блин, лишь бы... Телевизор... Да, телевизор открыл. Так, что у нас тут? Вот это оружие годное. Но я не знаю, как оно будет действовать. Но я его возьму. Темный маркер. Посмотрим, как он будет работать. Нет, это телевизор. Ну, не так работает, как я думал. У него, короче, синергия. А что это как синергия работает? У него интересная синергия есть. Просто когда ты... Ну, синергия там, короче, патрон соприкасается, работает как пустышки. Я такой, ёпарас, так это вообще имба. Пулькин. Извини. Пулькин. Бля, Пулькин, как ты умер? Почему ты объят, пульнулся, Пулькин? Пулькин, Пулькин. Бля. Найс. Черный рынок? Мне попался черный рынок? Вау. Это редкость очень большая. Черный рынок, кстати, это редкость. Обычно он редко выпадает мне вот за всю игру, за что я играл, он первый раз попался. Но чтобы войти, нужно иметь проклятие. У меня его нет. Ну, в принципе, с этим забегом он бесполезен. Сейчас немножко давай. Пега. Но мне не хватает патронов. Ну, это бесполезно, мне ничего не даст. Ой-ой-ой. Это было близко. Заклипал бегать, алло. Шо? Это на хпшку. Этим. Всем. Всем подъездом собираем. Это геоспецифичная вещь. Блять. Он щит ставит. Прикинь, он щит ставит, специально, чтобы я не пробил. Гадина. Так, то там ничего не будет, пойду на низ. Ясно. Значит, где-то тут. Или тут. Босс. Гайда по настройке нету, мне как все это написано сделать. Теперь даже из тиммера качал. Ну это здорово. Это здорово.
Так. Ключ. А кто-то есть? Нифига. Ладно. Я вроде тебя открывал, не? А. Ну зачем ты пробуешь так не делать? Типа не просто отсюда выбраться. Ладно. Тут тоже ничего нет. Окей. Мне нужно босса найти. Не у тебя одному такое бывает вообще на этой теме, так что ты не один такой вот. Пустышка, кстати, хорошо. Он тут где-то, блять. Да. За нас нахуево. Так, больше к торговцу не возвращаемся. Потому что я не вижу в этом смысла особого. Пустышка. Но когда на тебя летят патроны, ты можешь завести пустышку, она взрывается как флешка. Типа по кругу, и все патроны исчезают. Вот это пустышка. Найс, еще один босс. О, отлично. Так, плюс бронька. Но у меня нет патронов. Это плохо очень. Ноль патронов, если честно. Вообще для всего. Если мне выпас выгодит, типа, предмет, который мне увеличит патроны, я, наверное, его возьму. Так, что не выпадает? Это херня. Хуйня, 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 хуйня. Вот эта херня тоже мне сейчас не нужна вообще. Ну, чисто это, но она как-то вообще по-тупому работает. Давай морозные патроны. Я буду надеяться, что мне выпадет хорошее. Точнее, у меня выпадет патроны. О, хорошо. Заряжаем эту пушку. Так темно. Такая комната. Я знаю, что нужно искать черика, чтобы типа его вот вот. Но я там не смог выйти просто потому, что там bullet hell просто дикий был. Не знаю, что мне делать. Ух ты ж, блядь, а как мне выбраться отсюда? Надо магану давать тогда.
Хорошо. Идет. Раньше все подлагивало серьезно. Вот это тебе, конечно, интернет хорош. Блять. Хуёво. Блин, с пистолетом ходить уже на таком этаже — это вообще жопа. Как с пистолетом? Скорее с начальным оружием. У меня его еще сначала оружие бегаю. Пока мне везет, но это везение недолго будет продолжаться. Я это чувствую. Сегодня она есть, а завтра его нет. Буду сосать бибу скоро. Яд? Почему яд? Я что, стоп, на пустышке яд что-то взял? О, есть, хорошо. Хочу мне заряжать, пока что я не знаю. 45. Ну, с этим побегаю, потом заряжу. Вот так вот сделаю. Пока что просрал две броники. Потом вернусь к торговцу, заряжу это оружие полностью на босса. Блин, сколько их? Хорошо, тогда мы сделаем вот так. Ключ. Ну, ключ такое. В принципе, ключ не нужен. Басяндра. Окей. Так, что я буду делать сейчас? Зачищу еще одну комнату? Или пойду к боссу сразу? В принципе, можно идти сразу. Сделать так и топать к нему. Не бать себе голову. Ну что? Перли? Ой, бля. Это очень хуёво, босс. Найс. Ясно. Называется перекат не в ту сторону. Куда не скачет? Все, пиздец. Вообще, и почему мне сказал, что это боссы говна? Найс.
Ну и, конечно, мама мне всего дала. Ну, хпшку установил, окей. Ну что, иду вниз тогда, получается. А что тут? Ну да, тут дикий будет хелл. Очень плохо, что я не заюзал пустышку. Так бы я, наверное, еще и хпшку получил сверху. И эту не проебал бы. Так. А что я возьму? Свинтуса, наверное. Вот это мне не пригодится уже. А вот свинтус может. Стышка, окей, на драконе пригодится. Что? Что вообще было, блядь? Как он попал? Просто я даже не понимаю, как он сзади меня оказался. Будто он переместился, что ли. Блять. Пиздец. Ты мне ничего не дашь, это я точно знаю. Наверное, мне этот секрет напоминает лазерного 12, но... да. Хорошо. Вот хорошо. Ты шутишь, что ли? О, ужасно просто. Я скажу. Ноль урона. Ноль просто. Я не знаю, куда мне идти. В принципе, я могу юзать и императора, но мне просто... Я не уверен, что мне попадутся опять патроны. Ой, блядь. Ты шутишь, что ли? Мини-босс тут? Бать. Найс. Мини-босс, который мне ничего не дал, по сути. Жесть какая. Я не шучу, мне ничего, ни черта не дал. Блять. Ну вот, минус щиток. Люблю ловушки, которые были... О, дракон.
Мне нужно бабенцу найти, чтобы пульку получить, наверное. Мне все равно плохо идем. Ой, блядь, шутишь? А он при чем тут вообще? Блять. Потника, потника. О! Так. Оружка. Это заряжаю, это беру. Все. Теперь иду на босса. Надеюсь, хп мне хватит. Чё? Великий ружит змей. Последний босс подземелья. Считается. Прикинь, от мелкого патрона отъехал. От мелкого патрона. Что хп потерял, а так бы я без урона его прошел бы. Но он такой, кстати, перекатываться нормально, и все. Пиздец, я буду долго это делать. Ладно. Блять. Как-то так. Да, он неподвижен. В этом-то и прикол. В этом-то и фишка, что он неподвижен. Все. У меня патроны кончились, да. Пришлось стандартным пистолетом пробивать его. Аккумуляторная пуля открыл. Все. Осталось закрыть прошлое телевизора. Чё-то знаю, какое у него прошлое было. Так.
Налича я не хочу. Вот прошлого закрыть хочу. Сейчас узнаем его прошлое. То есть у нас лифт назад. Не, это наверное прикол, да? Не, я что-то о другом подумал. Мы лучше воин, ты убил больше людей, тем, кто в наш заслужил эту великую честь. Видимо, сопротивление людей постоянно держит человечество. Ты что, аллюзия на Терминатора? Живет сам плывешь конец, ничем не тяжело. А теперь? Нет. Последний человек. Здорово, Реала Бобус. Бать. Интересно. Интересно будет Хелл. Я. А где ты? Я. Ну, ладно. Я был не готов к ее нападкам. Сейчас попробуем. Прикольно, прикольно. Прикольно. Ясно. Ну, бывает. Не хватило чуть-чуть. Не готов был к такому будет Хеллу, конечно. Жалко, конечно, ну ладно. Давай еще раз. Микрострим ключейка, да? Получается, что так. О, кстати. Да попробуем. Тихо, Кулькин. Блин, первый раз я прошлое не убил. И то, наверное, потому что я много у нее страдал. Надо было сразу, наверное, уничтожать. Ладно. Терминатор, да, я знаю. Ну, я не ожидал, что у нее, от нее будет такой дикий будет Хелл. Я не ожидал, если честно. Проходимо, херня. Отлично, еще один микро. Это мистер Пулькин задоджен. Ничего страшного. Еще раз пройдем. Помедика, ты имеешь в виду этих мелких терминаторов? Ну да, просто я вообще смотрел, как она будет хелить, в принципе. В принципе, несложно будет хел, просто у меня пустышка не осталось, и я не ожидал от нее такого дикого будет хела. Такой, ну окей. Блять. Ну окей. Проблема, что ли? Thank you.
Как тебя дела, Милана? Что и здоровье? Лучше уже стало, жоть не сильно болит. Наконец, винтовка, все как из дробаша. Предыдущий, скажи, как я ношу оружие, видя патрон дробовика, который стреляет дробовиками. Или патрон пистолета, который стреляет пистолетами. Ага, классно. Круто. Я, конечно, взял синергию, но... Лишь бы повыпадало что-то хорошее. На твой стрим посмотрим. А за сколько ранов я не убил мистера Пулькина? Наверное, за десятки ранов. А, хпшку не даешь, зато столько патронов у тебя обожраться можно. Так, ну я тебе возьму ключик. Если тебе, конечно, с босса не выпадет. Будем надеяться, что на нижнем этаже с жишкой будет этот. А, блядь. Че, я тут застрял, что ли? Ясно. Окей. Ладно. Ну окей, пошли. Посмотрим, что там будет. Мистер Пулькина. Как мне пройти их без получения урона? Надо одного сначала вырубить. Найс. Так, теперь мне только ожидать будет хел от одного, да? Это херня. Найс. Спасибо за щиток. Так, получается, так. Ну давай Гуона, в принципе, на десятку только стоит. Херня. Пошли. Ну что, может включить эсеры? Милан, будешь заказывать мозг с гусем на пару? Могу включить на это время. Клон? Бля, мужик. Ебать. Ну вот это имба. Я должен это взять. Ну что, будете заказывать музыку? Я могу включить. У меня, в принципе, никаких проблем в этом нет. Бля, метатель Яри, это жестко. Синергии метатель Яри. Ну так заказывайте, давайте, я потом включу. Зачищу этот этаж хотя бы. В смысле? Бля, метатель Яри это мощно, если честно. Но патронов в нем ноль.
Ключ? Говорит, чего? Так заказывай, СР врубленный, ё-моё. В чем проблема? А заказывать пока что. Нету Милана рулит. Хех. Халявка. Блять, халявная бронька. Лишь бы опять не заумнить Пулькина где-нибудь. Я не замечу. Еще один ключик. Хотя зачем мне, конечно, ключи? Ну ладно, пусть будет. Бугусь, давай-давай, заказывай пока что. Так, это не Пулькин. И не Пулькин. Я после этого этажа включу музыку. Да вы заебали, где конец этажа уже, блядь. Уже заебался тут прыгаться. Блядь, ну поносно, конечно, комната. Очень поносная комната. То, что там еще пуляет мне. Грибы. Отлично. Трек неплохой сейчас играет какой-то. Пошел отсюда. Блять, а где конец? Где конец уровня? Стрель, что ли, что? Конец уровня, наверное, не намечается. Вот конец уровня. Блядь, да ты шутишь. Так, какого черта вообще, блядь. Блядь, там что за байда?
Ой, блядь. Пиздец какой. Все, ладно, сейчас включу. Сейчас, секундочку. Бля, ну это жестко что-то было, вообще жесть. Что-то с такой будет хелл в комнате, что я ж прям прихерел чуть-чуть. Так, Auto DJ. Ну давай посмотрим, что заказали. Ну что, попробуем дать Яре. Охуеть урон. Хуя себе урон. Ну, в принципе, с ним можно пройти урон. Мне только главное дойти до боссов. Это жестко что-то. Спасибо за две хпшки. А где песенка? Вот рубил. Ну, то, что заказали, то я урубил. Так, это резак. Это пушка, это мимик. Еще один лазер. Кража. Ну, в принципе, этого можно. У меня как раз синергия. Ебануба. Ладно. Зачистки неплохо, но патронов в ноль уходит просто. Буду использовать в крайнем случае, когда вообще задница полная. А пока мне нужно метатели Яри. Это ясно. Рин, а не метатели Яри, я понял. Играет. Это Гусимир заказал, это точно. Дружить? Не знаю. Блять, как я терпеть не могу ловушки. Вот чё, стурель что ли? Без комментариев вообще. Почему именно в таких ловушках я тут поранюсь, то
ром получить. Как это работает вообще, блять? У меня в мозгах, блять. Хуйня. Басяндр, да? Ну, почти, пошли.
Окей. Это хуйня. Надо это оружие. Хорошо. Крест тильте. Да не, не в тильте, просто я себя плохо настроил. Будто я себя настроил на проигрыш, знаешь, что есть такая ситуация. Ты настраиваешь себя на проигрыш, но это нельзя делать. Тем самым у тебя только проигрыш и будет. Вообще, по сути, этот герой самый сложный по прохождению. А, классно. A, B, C, D. Блять, учим со мной алфавит, нахуй, английский. Сердце, интересно, а как не полечить меня? Банка? Нахуй твоя банка, блять. Ясно. Жруль. Чё стоишь? Что не снимай? Так, хпшка. И патроны, так это найс. Я, наверное, возьму после босса. И полностью заряжу я. Я думаю, неплохо будет. Прошло гачи, да, пошли на через СССР гачи не заказывать, потому что иногда оно не срабатывает вообще, в принципе. Класс. Патроны прилетели. За 15 рублей, так все вчера неплохо так надонатили, если так узнаешь, посудить с цикла вообще. Блять, что там за бультхелл там непонятно. Билан, сделай минимальный донат 25 рублей. Я думаю, кто захочет, тебе на 25 рублей задонатит. Я не шучу. Подумай над этим. Да где он, блядь? Тут что ли? Заколебал.
Босс, окей. Одна пустышка. Вау. И говно босс. Блять, ты ебаная. Как мне терпеть не могу этого босса, пиздец. Как бы терпеть не могу, просто пиздец. Спасибо, что вернул. Спасибо. Блять, я терпеть не могу этого босса, блять. У меня 50-ка минималка. У меня 50-ка минималка. Остановка времени. Ну все. Убираем. Все, закончилась музыка. Гусь уже ничего не заказывал. Ты что не заказываешь музыку, диджей мест? Где музыка, диджей, блядь? Ты не заказываешь музыку. Хех. Сука, что ж я делаю? Ты что, дебил, что ли, что? Блять, что это такое? Как это вообще контрить? Здорово, Мифилкин, здорово. О, видно сразу, человек подошел к делу серьезно. Пришел. Ну, а тебе музыку, куда ты думал? Как твои дела сегодня? Рассказывай. Чё, как что нового, интересного? Бля, кто остался? О, какая музыка классная, прекрасная. Поиграть в соус подобную игру. Remnant from the Ashes называется. Блин, вроде бы человек это вот предлагал ее в пати сыграть. Знакомый мой. Давай, Гусь, давай. Он мне говорит, слушай, хочешь поиграть? Я такой, не знаю, потом уж. Ну и как тебе игра? Стрим подвис? Что? Бля, у меня потери кадров мелкие. Йо.
А, у тебя. Фу ты, бля. Пугай. Короче, проходим одного из этих сложных челиков. Ну, в ЕТГ. Ну, как сложных, ну, проблемных. Да, я спросил, как тебя она? Что скажешь по ней? Знакомый говорит, что интересная, в пати интереснее, ну хз. Че такой трек? Блять, говна насобиралась прям. Вот это было близко. Ты знаешь, мне тут пизда. Пец просто душит. Шо купил себе лицуху низким? Не то, что я говорю, слушай, пошлите, покатаем в компании. Думаю, ну, может, потом. Ебать, это что за понос желчный? Ебать, насрало мне тут. Вот это было близко. Пошел в анус. Козел. Где ключик? Где ключик? Во. Все, ну правильно сделали, че нет? Слушайте, а может какой-то фильмец Новый год посмотрим? Я вот что думаю. Потому что я не знаю, чем еще заняться Новый год, потому что... Блять. Ну ладно. Сорвешь, блядь, с ними. Первого не знаю. Единственное, что плохо, что у меня 31-е. Это вот первое, второе выпадает на субботу-воскресенье. Мог бы еще и 3-го постримить. Что-нибудь интересное такое с самого утра. Может и ночи. Но не получается. И 31 еще в пятницу. Короче, вообще не везух в этом плане. Так что на Новый год выходных будет меньше. Хуя не вижу. Я как-то не определился, что постримить вообще. Вообще ноль идей.
А Новый год хочется чем-то такого веселенького, прикольного. Никого нет никаких идей, я только подумал, ну ладно, надо чем-то такое придумать самому походу. И решил, почему, например, не посмотреть какой-нибудь фильмец? Может быть новогодний, может полновогодний, не знаю. Посмотрим. Один дома. Я думаю, что за один дома может бан прилететь. В чем прикол? Я бы один дом постримил, но я думаю, что бан прилетит от него. Так. Нет у него пустышек. Окей. Что? Бан прилетит, да? Типа страйк. Ну, страйк прилетит. Ну, хрен его знает. На Твиче стримить аниме и фильм — это такая себе идея сейчас. Бля, я думаю, мне флешка прилетела в голову. Фу, пиздец мне. В принципе, я смотрю, что многие стримеры смотрят те же фильмы. В принципе, я вообще думаю такой идеей, что можно, например, вечер пятницы отпустить под стримы каким-нибудь киношек. Типа, в пятницу приходят люди, типа, ну, зачем эти игры смотреть? Можно в пятницу, например, там, два частика уделить просмотру какого-нибудь фильмеца интересного, считаю. Пока такая у меня идея. Сумбурная, но думаю, что немножко прокатит. Пока что так думаю. А так? Не знаю, я хоть аниме могу посмотреть на Твиче. Ну, типа на стриме. Вообще похер будет. Смотри, какое. One Piece, например, Наруто. Наруто вроде можно еще. One Piece нельзя смотреть. Это вообще пиздец. Они везде свое авторское право суют на One Piece. Ой, что только не банят. А вот Наруто можно. Даже вроде Блич можно. Блин, мне остается только, наверное, Пулькина пройти, если я сейчас сделаю все верно. И побью Сару Коннор. Но это не точно. Ну. Музыки нет. Даже никакую музыку надо поставить. Ну ладно, пусть такая будет. Что поделать? Блять. Да блять, что ж такое-то происходит? Да, алло. Господи, что ж такое со мной?
Пиздец. Пиздец! Блять. Ну, 5 заново. Опять на... Блять, на... Микропусечки. Опять на микропусечки, блять. Опять мне просто граната заломила какая-то. Нет, это говно. Говно начало. Ой, что-то у меня вообще шестройство такое жесткое. Я расстроен. Опять микропусечки я не убил. Ну, спамит у нас жестко просто. Прикинь, метатель Яри. И вот эта херня. И вот это. Ой, ну ты смеешься, что ли? Ну чел, жесть. Не, это говно. Столько оружия кинуло сразу в начале, ну бля. Говно. Я вообще на дизморали сейчас жестко. Тоже кал. Мне нужно хорошее начало. Или пассивка хорошая, или оружие хорошее. Ну все это говно. По крайней мере для этого челика. Замедление времени. Да я без него могу пройти. Главное только, чтобы было оружие какое начальное. А что за платиновая пуля? Я, конечно, ее купил. Может, они какую-то вообще имбу делают. Что можно, например, пули леща не брать. Сейчас погуглю, что я не знаю. Попадание пуль по врагам но всегда увеличивается урон, также повышается скорострельность, учитывая не только количество попаданий, количество секунд, в течение которых пушка стреляет пулями, нападающих по врагам. Ясно. Средней паршивости, так сказать. Ну я возьму глаза леща. Имею так хотя бы. Хороший рандом. Спасибо. Нет, не был психоделом, если честно.
красный сундук. Интересно, что это могло быть? Кстати, прошлое робота — это единственное прошлое, которое я не прошел с первого раза. Кроме Пулькина, я еще не знаю, какой там Пулькина. Прикинь. Вот это да. Уже второй раз не могу пройти, жесть. Какая жесть. Я, наверное, это раз сыграю и оффу. Вот это да, правда. Сильное заявление. Вот под вопросом пока что. Не, это не за тильта. Не, не за тильта, не за тильта, не устал. Просто завтра меня не будет. Все. Подготовиться, так сказать. Басяндре, да? Давай посмотрим, кто на Басяндре. А, Курлык местный. Так я понимаю, Курлык без... Ага. Хороший босс. Это очень изи босс, очень легкий. Но чтобы с ним нормально было играть, нужно быть хотя бы хоть одну оборону иметь. Ну, типа, столба. А этого Курлыка его нету. Ну, что пройти без урона? Блять, спасибо. Я думал за задоджу. Хуй я задожил там, блять. Как я терпеть не могу эти перекаты в интерзаганжем, то, блять, самое худшее, что придумали. Один раз не попал, другой раз не попал, третий раз не попал. А четвертый микропиксель промахнулся и пиздец, кром получил. Крушитель кирпичей. Класс. Да. А, я не сюда хотел. Я хотел жишки. А, я к жишке не попаду. Ну, это перезапуск. Я не хотел, это перезапуск. Мне нужно пособирать всего. Ну, это залог на... А что это такое? А, это лиса. И лиса без этих вот... Без синергии калычем. Пустышка, пустышка, говно, лазер, говно без синергии. Тут все говно. Без синергии. Я лучше наролю в самом начале, чтобы потом не беситься. Опять замедление. Вот это я не помню, что такое. А, точно. Скважина, она трепанацию делает, челик. Ну, темный маркер вообще классная пушка. Но чтобы ее юзать, надо иметь две вещи. Во-первых, это синергию на пустышке. А во-вторых, очень много...
А во-вторых, много патронов. Почему? А потому. Потому что синергия, два патрона может соприкасаться, тем самым делая пустышку. Но у него урон большой. Но единственное, что есть отличие, в том, что много патронов выходит. И без синергии оно не работает. Такие вот дела. Если с патроном еще как-то можно, типа, сказать, ну, окей, там патроны, неважно, то вот синергия обязательно нужна для этой пухи. Без этого не получится вообще эту пуху нормально вязать. Просто можно лича с этой пушкой максимально с всеми патронами пройти без урона. Я не шучу. Просто нужно надеяться, надеяться, что на следующих этажах выпадет глаз лича и выпадет максимально патроны. И я стопудово говорю, что этой пушкой можем пройти всю игру. Вот с этими двумя условиями. Это нужно синий шарф и глаза лича. Все, пиздец. Если пушкой, просто пройду всю игру, блядь. А, до конца. Опять прошлого этого вонючего. Блять, что ты делаешь? Просто активный маркер юзать, ну, вообще не имеет смысла, особенно на первых этажах. Если что. Пошли. Так, все, всем ходил. Опять ты. О, сколько урона он дает. Перекат в Enter the Gungeon. Когда я нажимал вперед, он перекатился не ту сторону, блять. Нажал две кнопки сразу. Перекат в Enter the Gungeon. Hello, здорово. Я ненавижу его. Просто надо, ты байтишься на перекат. Дико байтишься. И проебываешься. Так, где? Не нажимал, что ли, или что? Где это говно? Ну, я что, не нажал? А, я не нажал. Она еще в жопе где-то. Ну, кайф. Вот сейчас, да, с этой пушкой я могу пройти, если бы все было больше, не было. Я просто птицу не почувствовал. Я тупо стрелял бы... Там птица, я бы стрелял вот так вот. Она бы юзала пустышки, и на всю комнату давала бы 80 урона. И каждый раз пустышка, Жесть просто. Просто ноль пуль от... Ой, блин, куда я пошел? Ноль пуль от врагов. Просто капец. Получается, было бы... 1000 патронов. Нормально. Ладно, вибронки попроебал. В принципе, не критично, но... Вибронки. На халявном боссе. Ну, в принципе, можно сказать только свое правило, только то, что... Не было за что спрятаться. Плюс я криво нажал. Короче, я еще и остал, походу. Ключ. Можно было не покупать, в принципе. Ну ладно. А если это не зарешает сильно в плане денег? И не зарешает, там 20.
Так. Так. Что, Мими? Вот эта херня, не знаю, что это. Изолента. Мне нужна праща. Мотор. Попадание. Ну, меткость. Эта пушка уже была. Это что увеличивает, но минусы дает. Поросенок может... Вот. Мне выжить поможет. Вопрос, нужно ли мне это? Если я не собираюсь вообще умирать. ХЗ. В принципе, можно взять эту пушку. Возьмем. Блять. Хуёвое начало. Окей. Что ты стреляешь тут? ПшКа мне? Чего бы? Ну ладно, допустим, на этом уровне вообще не терял хп. Спасибо. Теперь потерял. Я просто даже не заметил, что мне там летело. Твою мать, что ж такое-то? Блять, вы не заебёте, не? Зайца пришел пофармить на этом левеле. Молодой человек, вы застряли в столе. Констатирую вам факт. Босс. Ну, в принципе, ладно, пошли на босса. Я думаю, это не зарешает то, что я там брал, блядь. На всякий случай. На всякий.
Блин, сколько от него урон, жесть. Кайф, вообще кайф. Так, ну пошли посмотрим, что есть. Торговец. Так, ну щиток халявный я возьму. А у него особо ничего не было. Жалко. Я к старому королю не пойду. Я еще раз предупреждаю, я это не делать не буду. Не везет. Пока что не везет. Патрона почти что не осталось. Бля. Все. Слава богу, хорошо. Я думаю, на меня проклятие повесили. Это было бы не очень здорово. Нормально, патрон не летел. Босс уже. Давай. У меня с тобой старые счеты. Блять, ты ебаная. Блять, не вовремя не нажал. Ё-моё. Еще одна минус броник. Чисто восполнил пробел. Это халявно отлетел. Если халявно, то похуй. Возьму клона. Возможно, он мне зарешает. По крайней мере, я буду со всеми пушками. Блять. И смогу, может, глаза леча еще забрать. Ну, это так, на всякий случай. Клон меня. Прошу летишь, прошу летишь.
хорошо вывел. Я думаю, если честно, буду искать его долго. Посмотрим, что есть у торговца. Восполнитель, хорошо. Вот что я буду восполнять, вот это вопрос, конечно, ребром. Может, типа партикуляр, но я хочу темного маркера. Наверное, темным маркером я сейчас побегаю. Позовню там целую комнату. Потом чисто полный запас. Интересно, я поехал. Пустышка. Окей. Чего? У меня сейчас патронов не будет. Ладно. Окей, пошли восполнять. Прачечная. А что где-то? Вот. Да, сразу босс. Блять, чё, как я тебя терпеть могу? Ты б знал. Блять, очень плохо зашел к нему. Хорошо, ну типа даже без урона. Да. Окей. Я даже не знаю, что это. Я это брать не буду. Хотя, в принципе, можно взять потестить. Пресвятая калибра. Похититель душ. Кого? Блять, а что мне тут делать? А это что катится вообще? Я понятия не имею, что происходит вообще. Такое. Блять, так урон получаю. Что это за говно? Святая калибра. Я пошел чекать. А, мне 12% кадров. Ясно. Мне еще стрим лагает. Ну все, я тогда офую. Я сразу офую, когда все замкнется. Я не буду продолжать. 3000 кадров, пиздец. Спасибо. Спасибо, папаша, за охуенный интернет. Бей врагу, но не появляется глаз, сама пуля приобретает, пробивает его.
Душа. При прикосновении оружия к душе, та исчезает, враг получает огромный урон. А, ясно. Ну потому что 12% потекает, просто еще хуеть можно просто. Что и как действует? Ага. Ну ясно. Ну ясно, как это работает. Короче, она убивает какие-то типа монетки, которые вот сзади, да? Вот. Если тронуться до них, получает враг много урона. Ясно. Ну а сам урон пушки вообще средненький. Все. Я думаю, хоть немного еще продержится, но вообще уже выдохлась. Ясно. Блять, как мне все это бесит. Что там еще теряются кадры? Да, теряются, и охуеть как. Спасибо за охуенный интернет, блять. Вечер, блять, охуенно. А, что-то меня сегодня вообще не висит, ни в каком плане. Начало было хорошим, но что-то пошло потом все по пизде. Всех ты заебал по всей локации, бегаешь, ищешь этого, блять, местного говноеда. Он где-то в жопе залез просто и пикается. Пиздец, я, если честно, даже не видел. И красными глазами вообще. Даже близко не видел. Давай. Блять, даже ты шутишь. И тут не босс. Ну, конечно, я промахнулся.
Потому что я промахнусь. А, не промахнулся, ладно. Не, эту говнину с двумя пустышками я не заломлю. Не заломлю. Заломлю. Найс. Все. Еще потери. Охуеть, блять, как мне съебал этот интернет этот ебаный. Замедление времени, ну, мне это не поможет. Что это такое? Ледокол тоже не поможет. Мне бы помогла синергия. Накал какой-то. Ну все, ГГ. А, пули с нам. Да ну. Думаю, все, ГГ. А что меня убило? Пиздец. Ну, что сказать? Вот эта вещь must have. Ну что, просадков нету? Бля, просадки. Я не знаю, что делать в этом плане. Только оффить, наверное. В офисе я не хочу. Пока что. Ну, очень плохо все. Посмотрим, давай еще пока поиграю. Если будет полное говно, то я офну. Хорошие вечера. Я не представляю, что будет на Новый год. Там вообще, наверное, интернет просто сдохнет нахуй. Это что за чел? Начали уровня.
Филки, ты еще тут? Скажи, если ты еще тут. Сильно все плохо. Если сильно, то я офну. Если сильно, то я офну. А что, люстра не упала? Нормально? Ну ладно. Нет, дробовик кал, конечно, лютый. Осталось только синергию найти. Синергию найду и ГГВП. Спасибо. Ясно. Ясно, понятно. Слегка, но вот это вот слегка мне и не нравится, если честно. Ебать. В принципе, мне должно было задамажить, но не задамажило. Так, ну ладно. Не, это не игра, это интернет мне говно. 15.9 против кадров процентов. Пиздец, вообще лютый говно, лютый кал. Просто ты себе не представляешь, какой лютый. О! Два мистера Писюлькина. Че заводишься? Не ссы, нормально все. Это вообще изи чило. КЗ просто. Так, что я хотел открыть на слизи. На слизи важно открыть, потому что ключей у меня много. Можно на ее и пойти. Возможно, там я найду синергию лича. По крайней мере, мне очень хотелось бы это дело. Когда изи гейм. Уже секретки, я не помню, когда последний раз искал. Уж сегодня на радужном забеге скажу. Так, стоп, а где открыл это черня с камином? Не понял. Не понял прикола. Тут где-то? Нет. Тут? А-а-а. Поехали. Ну что, давай, лича, 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 лича. А получается, конча. Давай метатель яри.
Пока что с ним победа. Спасибо за то, что мне нужно. Много благодарен. О, давай. Да, пустышка. Ого. Тут был сундук, походу. Просто мне его не дал. Что со мной вообще? Что я делаю? Почему я не использовал пустышку? Капец, что я делаю вообще? Такое, бля, а что такое вообще? Ладно, в принципе, на Тиярии без этого работ, без синергии. Неплохо. Поехали дальше. Блин, надо было еще щиток найти. Ну ладно. В принципе, я не знаю. И тут у нас... Ну возьму сам. О, смоющиеся пули. Хз, как не работает, конечно. Ну ладно, может пригодятся. Так, ну мне нужно только найти что-нибудь на этот пассивочку хорошую.
Увеличение урона был бы найс. Угу, класс, спасибо. Бася, Андрей, ну пошли. Кто бы мог подумать, кто это может быть. Найс. Минус очевидец еще. Ну что, пойдем, наверное, посмотрим, где тут этот вот продавец хотя бы. Может, у него там щитки есть. О. О! Было близко. Это было близко, минус броня. Класс, спасибо. Ясно. Где-то там, наверное. Ну что там? Не, не синтон и расперделся. Блять, какая хуёва ситуация. Потихоньку буду накапливать, наверное, на этого вот. Подобрать бы. Хотя хз, зачем я? А крысу буду накапливать. Сейчас посмотрим, что мне выпадет. Так, это будет четвертый этаж, да? Блять, даже не знаю, что это. Это лавина пуль. Блять, это оружие. Другой прав, класс. А, во как. На какой кал? Может, из синергии какой-нибудь прикол? Нормально, есть очень большой шанс пройти нормально всех чел, это всех челиков, и дойти до прошлого. Без особых таких последствий. Посмотрим сейчас. Жрули, а что ты мне. В принципе, могу тебе дать вот это говно. Могу тебе дать вот это говно. Сильно.
Серьезно, пистолет? Ясно. Блять. Пиздец, как я не использую пустышки. Ебануться, как все плохо. Как я плохо играю, жесть. Блять. Ну это дезмораль какая-то уже пошла, жесть. Как я хуёво играю. Так, надо настроиться. Это победный трай. Надо настроиться на победный трай. Домой, танкер. Вонючий. Ну что, дашь ты мне наконец? Потом четвертый этаж. Да, четвертый щиток. Как она не хочет мне давать синергию, это просто охуеть можно. В принципе, до этого говно. Что там кал? Что так кал? Бля, это что такое? Честно, почему сами дамажится от молнии? Что-то я вообще не понимаю. Да как так-то? Я не понимаю вообще. Я ж... вернулся, я не знаю. Спасибо.
Вау. А еще хуже, вы бы не могли мне настроить комнату, что мне сразу просто уебало. Без упреждения. Че бы нет. Вообще идеально. Вот зачем предупреждать? Сразу ебем просто, поебалу и все. Ты типа как хочешь, так разруливай. Блять, да что ж такое? Хватит еще. Классно, я обхожу. Никого не нашел. Нашел уровень себе. Ну вот Бася Андрей. Окей. Кто же это может быть? О, мои любимые чуваки. Вау, первый раз в жизни были без урона, наконец-то. О, спасибо. Наконец-то. Буду искать, наконец. Торговцы. А вот его, наконец-то.
Чё? Бля, чел, я чуть не испугался. Пересрал прям. Где-то. Спасибо за ненужные хрень вообще. Полнейшую. Такая, включил хотя бы микрофон, да. Все, получается, пошли на дракона. М-да. Я без брони потерял. Кстати, Яри, это просто пиздец. Это просто пиздец. Сказать ничего. Найс. Пошли, убьем прошлое. Пытаемся опять. Еще так улыбается. Сейчас главное быть более уверен, спокоен. Сейчас все это сделаю. Сейчас все разрулю. Все будет заебись. Фух. Вперед. Сука, ну что ж такое? Что ж такое-то?
Найс. Найс. Выбили прошлое, оружие осталось. Да, куда она делась-то? Ух, найс, 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 найс. Отлично. Кайф. Все. Можно сказать, что можно офать с гордостью, а может и нет. Смотря что можно было это все сделать давно-давно, но я не сделал. И херней занимался. Что сказать, спасибо, кто приходил, кто зафоловился. Запущу в субботу. Какие дела? Так просто получается, так что. Не забывай, что я еще существую. До скорых встреч, до субботы. Может быть, какие-нибудь опросики кину на Новый год, так что, возможно, что-нибудь придумаю. А может и нет. Посмотрим. Так что давайте, не болейте. И если заболеете, то выздоравливайте. До скорых встреч, ребят.